Всем привет, дорогие зрители! Нашел двухкомнатную квартиру под ключ в одном проекте, который находится на расстоянии от моря 280 метров максимум. Одна из центральных частей Махмутлара. Проект расположен недалеко от трех магазина 3M Migros. Проект с инфраструктурой. Вот такой просторный открытый бассейн. Здесь строится новый проект, который называется Навита Делюкс. Отсюда 120 метров впереди у нас улица Барбаросса. Вот такой проект, который был сдан около 4 лет тому назад. Есть ухоженный сад, зонтики, шезлонги, все есть. Открытая парковка снаружи. На нижнем этаже у нас сауна, фитнес. Сейчас я туда пойду. Вот такое здание. Квартира находится в середине, южная сторона. 70 квадратных метров брутто просторная двухкомнатная квартира. Айдату 250 лир. Есть два лифта. Я хочу выйти. Спущусь вниз по лестницам. Можно также в лифте. Насчет освещения. Все, освещение работает. Есть скрытый бассейн. И как туда добраться? Вот, есть скрытый бассейн. Здесь у нас сауна. Угу. Здесь раздевалка, душевая кабинка, санузел. Так, пожалуйста, выключите электричество. Здесь фитнес. Так, сюда зайти. Вот такой фитнес-зал. Тут ремонтируют. Вот сауна. Это римская парная. Вот римская парная комната. Здесь у нас сауна. Вот. Открытый бассейн. Загорелся свет тут. И все. Сейчас я поднимусь на третий этаж. Вызовем лифт. Вот такой лифт, вместим 4 человека. Здесь у нас открытая парковка снаружи. Поднимаемся мы на третий этаж. Поднялись мы на третий этаж. На этаже у нас 6 квартир. С этой стороны лестничная площадка. Вот. И вот тут у нас квартира. Так, войдем. Так. Хозяйка живет в квартире. Она сама скажет цену этой квартиры. Так, здесь свет отключаем. Такое освещение. Двухкомнатная квартирка. Продается как с мебелью, так же пустой. Вот она такая просторная. Хозяйка не хочет сниматься в ролик, но цену скажет. Здесь у нас бытовая техника фирмы Арчелик полностью. Духовка, плита, вытяжка, стиральная машинка, посудомойка и холодильник. Столешница у нас гранит. Шкафчики у нас с доводчиками. Шишки в подарок. Вот такой стол. Журнальный столик. Я сниму отсюда. Угу. Просторная гостиная с кухней. Спальню покажу. Вот такая спальня. Качественная мебель. Здесь полотенной шкаф. Кондиционер фирмы Арчелик. Инверторная. Со спальни и с гостиной есть выход на просторный балкон. Здесь у нас
санузел, загорись. Вот стиральная машинка. Ага, откройте. Так. Выйдем на балкон. Вот такой просторный балкон. Вот. Можно, да, застеклить балкон, если хотят. Да, если хотите, можете застеклить балкон. Шумоизоляция хорошая, двойные окна, термопакет. Балкон где-то 20 квадратных метров только. И главное, хочу сказать, что здесь строится новый проект, который называется «Навита Делюкс» из двух блоков. Один блок уже они строят, второй блок будут строить здесь. Половина балкона, вид закроется, вот отсюда туда закроется. Отсюда вид у вас всегда будет. Здесь у нас видно море, вот эти два здания, там море. Расстояние до моря, до воды максимум 280 метров. Это улица Барбаросса, там вся инфраструктура для жизни. Здесь по проекту посередине будет вся инфраструктура. Кому интересен этот проект, обращайтесь, отправьте всю информацию. Здесь у нас парк для детей, для взрослых, кто как хочет, может отдыхать. Все вроде сказал. Сторона здесь южная. Сейчас подведем итог. Дорогие зрители, проект вы увидели, также инфраструктуру. Айдат тут 250 лир турецких, это 25 евро. Расстояние до моря 280 метров, максимум 300 метров между ними. Квартира находится на третьем этаже, по турецким меркам, по российским меркам четвертый этаж. Южная сторона, время съемки 18:15. Сейчас хозяйка, я спрошу цену, она сама скажет вам цену. Значит, сколько стоит пустая, сколько стоит с мебелью? Пустая квартира без мебели стоит 57 тысяч евро. С мебелью и техникой 61 500 евро. Все. Вы услышали, дорогие зрители, 61 500. Квартира под ключ, 57 тысяч евро, пустая. Квартира срочная продажа, так как хозяйка хочет купить побольше квартиру, из-за этого так. Обращайтесь, поможем, чем можем. С вами был мистер Агаси, Солнечный Алании. Всем желаю радости, добра, спокойствия, благополучия и радости. Всем пока-пока.